Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в Эмирате Шарджа, на месте, где вскоре, ну, что здесь будет вскоре, нам лучше всего расскажет Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Ну, долгожданный, я думаю, видеорепортаж наконец-то, который так долго хотели видеть все наши партнеры, да, в общем-то, и многие сотрудники нашей компании. Расскажите, пожалуйста, о том, как обстоят дела сейчас. Ну, вскоре здесь будет действительно построен инновационный центр SkyWay. И это наша земля, 25 гектаров, уже идет стройка, причем в разных местах. Да, начало было трудное. И начало стройки затянулось не потому, что мы не знали, не умели, или не было возможности, или не было денег. Все это есть. И было еще полгода назад. Затянулись согласования. Оказалось, что все-таки строить и продвигать инновационный проект в другой стране, с другим менталитетом, это очень сложно. То есть все это время заняли всевозможные согласования. Даже то, что мы, например, в Беларуси построили без проблем гостевой домик, так называемый, да, где штаб-квартира, офис стройки. Мы здесь тоже строим деревянный дом, как офис и как штаб стройки. В Беларуси мы это построили без проблем. А здесь нам полгода ушло, у нас полгода ушло на то, чтобы согласовать, потому что законодательство Шаржи запрещает строить деревянные здания. Законодательство. И поэтому пришлось получать разрешение даже у высочества, ну, шейха Шаржи. Пришлось получать согласование у МЧС и пожарных служб не Шаржи, а уже Эмиратов. То есть это оказалось непросто, но все вроде позади, да? И поэтому сейчас, то есть стройку-то мы начали раньше, но активная фаза начинается только сейчас. И вот мы, например, стоим, здесь вот линия. Это первая линия, 400 метров, там будет 3 пролета, 100, 200 метров, 100 метров. Так. И мы, в общем-то, планировали выйти на площадку в сентябре. Вышли в феврале. Ну, хоть вышли? Да, вышли, но если, опять же, подрядчики не подведут, не мы строим, есть подрядчики, то, как я обещал, даже то, что мы начали позже, фактически на полгода, мы можем в апреле уже показать ее. Если не подведут подрядчики, а это не мы, это местная компания, потому что мы не можем сами работать. Мы можем только консультировать и снять авторский надзор. Ну, главное, чтобы мы свою часть работы сделали вовремя. Нет, так свою-то часть мы сделали. Мы проект сделали еще до сентября. Это огромная работа. Если кому-то заказать проектные работы, вот это целый комплекс. То есть застроить 25 гектаров земли, построить там 4 линии, инфраструктуру, станции, вокзалы, депо, будущий институт, университет, да? Планировку сделать, сети заложить. То есть эту мы работу сделали еще к сентябрю. И без, здесь не Беларусь, где мы могли начать стройку без разрешений, без согласований. Ну там наказывали, ну так, не сильно, так скажем. А потом, да, ну, все-таки мы же инвестиции привлекли, мы работаем здесь. Поэтому потом вели как самострой. Все, там некоторые говорят, вот, они самостроем занимались. Если бы мы согласовывали, как и здесь, то, наверное, бы до сих пор мы еще бы согласовывали в Беларуси. А так, по факту, мы ввели, мы построили по факту, ну и приняли. Понимаете? Ну, здесь другая страна, здесь так не проходит. Да? Поэтому вот мы вот с этими трудностями сталкиваемся впервые и нарабатываем опыт, как работать в других странах. Восток – дело тонкое. Да, да. А где тонко, там вот и порваться, если неправильно, так? Ну, все нормально, все правильно. Вот и тут и наши стоят, и вон там, ну, хозяева это технопарка, это университет. Американский университет Шарже, который построил за свои деньги шейх, ну, его высочество Шарже, так? И поэтому это, ну, как можно сказать, часть университета на самом деле. И потом у нас здесь тоже будет свой институт SkyWay, где мы будем готовить специалистов по проектированию, строительству, эксплуатации струнных дорог. И вот мы стоим.
там, где будет одна из промежуточных опор, вот размечен, здесь будет фундамент, будет выкопана яма. Только хотел спросить, почему мы стоим именно здесь, потому что место вот, не сказать, вот, чтобы самое красивое. Так, вот очень красиво, когда мы планировку сделаем, посадим здесь, можно сказать, сады, здесь будет все по-другому. Это не будет этого бурьяна, не будет яма. И вспомните, как я ходил в Мариной Горке по танковому полигону. Там бурьян, ямы, пропитано все порохом. В августе 15-го года, да, помню. Ну, три года, да, с небольшим. И я же говорю, здесь будет построено, и оно же построено. Вот я говорю, здесь будет построено то, что я говорю, и оно будет построено. Да? И будет построено вовремя. Хотя мы и позже начали. А, здесь будет вот эта линия 400 метров. Там придут еще три линии длиной по 2,5 километра. Мы покажем все типы дороги и подвижного состава. И поэтому для этой линии, с нашей стороны не было задержек. Мы спроектировали, уже изготовили эту уникальную машину. Она принципиально новая. Юникар Т, тропический, в тропическом исполнении. Он уже готов, он уже прошел испытания в термокамере. Неделю испытывался при температуре плюс 60. Прошел успешное испытание, сейчас его уже скоро повезут на тестовое испытание в экотехнопарке в Мариной Горке. И после обкатки тестового испытания мы можем уже потом через, ну, где-то в апреле поставить сюда и уже начинать здесь, если будет дорога готова. Но это опять же, это подрядчики, а не мы ответственны за эту работу, то мы уже можем действительно в конце апреля прихватить уже первых пассажиров. И мы подойдем, там уже я покажу рельсы, мы откатали их в Австрии, в Вене, и они были готовы еще в октябре месяце. И прибыли сюда и настройку, ждали его свою. Так, может, давайте на месте и посмотрим? Да, ну здесь вот фундамент, там будет станция Анкенапор, давайте пройдем, тоже посмотрим, там уже, да, яму выкопали. Параллельно дороге будет. То есть параллельно дороге, да, вот здесь это, будет идти первая линия? Да, это первая стадия проекта. Это значит полностью готовый комплекс. Две анкеропоры с омеченными со станциями по концам. Тут какая особенность, здесь насыпной песок. И законодательство опять же РЖ запрещает строить на насыпном песке здание сооружения. Надо отрывать его до материкового грунта. Потом там уже вот материковый грунт. И уже это на него более плотный, как я понимаю. Более прочный, более плотный, да. И все равно потом его еще поливают водой, чтобы уплотнить водой. Так? Потому что он все равно не порыхнет. Вот здесь вот станция Анкенапор, она пойдет вот линия туда. И на нее тоже будет нагрузка где-то, счет нагрузка около 300 тонн. Горизонтальная нагрузка. Ну, я думаю, что строить в Белоруссии в глине было не намного проще, чем на песке. Ну, я думаю, сложнее, потому что здесь вот, видите, зима. Я так замерз. Помните, как мы снимали, когда это там сосульки, да, висели, да, на носу? Да, мы снимаем морозным февральским днем. Поэтому, естественно, здесь проще строить, да. Но, правда, есть другая, там кратность летом жарковато. Но здесь обычно рабочие кадры, это Индия, из Индии, там Пакистан, там других стран, где, ну, жаркий климат, и поэтому они более-менее привычны к жаре. Это нам. Судя по прорабу, и белорусы тоже. Сейчас находимся возле временного склада, где вот сюда уже несколько месяцев назад прибыли рельсы. То есть мы свою работу сделали вовремя? Да, причем это уже было готово еще даже в октябре. И вот можно посмотреть на эти рельсы. Они более прочные, чем у нас в Беларуси, с более толстой сталью.
и они способны нести больше нагрузку, чем те, да? Ну, мы стоим на фундаменте, нет, подготовка под фундамент, потому что фундамент вот здесь будет, и там тоже, видите, арматуру возводят гостевого дома, где будет штаб-квартира и наш офис. Это уникальный деревянный дом, экодом, где внутри будет сад, здесь будет сад пустыни, где кругом песок. Кстати, как я сказал. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и с каждым месяцем в вашей жизни будет наступать новая, более высокая стадия развития. Строй Skyway! Спасай планету!